Привет, друзья, с вами Владимир Шемер. И следующее видео с отеля Альбатрос Аква Блю, 4 звезды, о заселении в номер. Значит, на часах 12 часов дня, и нам наконец-то дали номер. Значит, к номеру дали пакет, в нем находятся 2 ключа и 4 карты на полотенце. Номер 4206. За моей спиной находится, значит, водитель, который отвезет наши вещи в этот номер, ну и проведет нас в этот номер. Дальше показываю вам обзор, номер в отеле Альбатрос Аква Блю, который нам выделили. Надеюсь, он будет нормальный. В общем, наш багаж поехал. Ну, мы не поместились в машинку, потому что там уже были какие-то туристы, и они, наверное, немножко дальше в корпусах где-то. А наш корпус вообще рядышком с ресепшн. Я думаю, это хорошо, по крайней мере, если интернета не будет в номере, то до ресепшена недалеко идти. Но кое-что меня настораживает, ребят. Смотрите, значит, вот мы идем в наш номер, и здесь то ли вообще строят, то ли что-то ремонтируют. В общем, какие-то ремонтные работы. Конечно, я ничего не слышал, когда мы отдыхали на территории. Ну так и, в принципе, как бы все развлечения находятся удаленно от номерного фонда. Ну что, ребят, мы добрались до нашего номера, его еще убирают. На удивление, нам дали family room. Мы бронировали категорию стандарт, garden с видом на сад, а дали family room. Что это означает? Что family room стоил на 250 баксов выше, ну то есть стоимость тура с категорией номера family room была 1000, где-то 250, что-то в этом роде, когда мы бронировали тур. А мы забронировали тур за 1034 доллара с категорией номера стандарт garden, то есть это одна большая кровать и одна односпальная кровать. Но видите, как бы повезло вообще, то есть мы не просили его этот номер family, а нам дали. Сейчас закончат уборку этого номера, и я сделаю для вас обзор. Здесь темно, одеяла нет, не надо кондиционер. Итак, друзья, вот он наш номер. Значит, начнем обзор. Давайте начнем из санузла. Слева у нас душевая кабинка. Дальше идет туалет и умывальник. Смотрите, ну, правда, мы уже тут обжились. Значит, косметика, кондиционер, лосьон для тела и шампунь. Мыло. Мылом мы уже пользовались. Фен. Фен работает. В принципе, ну, ничего, нормальный фен. А, карточку не вставили, да. Ну и полотенечки. Полотенечки — это те, которые в номере. Естественно, эти полотенечки можно использовать только в номере. Пляжные полотенца мы получаем, ну, пляжные и для бассейна мы получаем по карточкам. Дальше, смотрите. Значит, вот еще одна дверь. Кроме того, что это family room, он еще и connect. То есть он коннектится еще с одним номером. Какой номер за этой дверью, я вам, конечно, сказать не могу. Но есть предположение, что он будет похожий на этот. Итак, сама комната, где находится кровать French bed. Тут у нас, я же говорю, мы уже обжились. Катюшка с моей супругой уже поспали на этой кроватке. Это ее игрушечки, кепочка сына. Значит, что у нас тут имеется? Освещение. В принципе, все 4 работают, но сейчас работают только 3. Справа у нас полочка для вещей, внизу для обуви. Есть телевизор, плазма, в принципе, не маленькая, что-то показывает. Ну, во всяком случае, мультики показывает. Дальше, здесь чайный набор. Чайный набор, чай, кофе, сахар, стаканчики. Чайник я переставил вон вниз, потому что мы, ну, используем розетку. Значит, сразу говорю, за розетку
это у нас переноску я взял из дому, потому что много всего нужно заряжать. И тройник тоже я взял из дому. Мини-бар. В мини-баре у нас водичка. Это то, что было в номере, там штучки 4. И еще нам уборщик, который убирал номер, еще дал водички. В общем, воды у нас много, я не знаю, насколько тут, ну, очень много. Все остальное, то, что в мини-баре, это, ну, хлеб попросили там знакомые привезти. Ну, а за тот пакетик я вам потом расскажу, что у нас такое там. Дальше, смотрите, шкаф. Шкаф, он монтирован в стену. Видно, что вообще, как бы, ну, не свежий этот шкаф, то есть он в возрасте, но чуть-чуть подскрипывает. Тут мы уже, конечно, вещи свои повесили. В общем, я же говорю, мы уже обжились. Это шкаф. Плечиков достаточно, в принципе, немало. Тут у нас полочки. Ну, тут тоже наши вещи. И сейф. Сейф, по-моему, платный. В общем, он под паролем. Есть телефон. Пульт. Пульт от телевизора вот в такой упаковочке. Ну, я так понял, это связано с пандемией. И тумбочки. Знаете, что вот большой недостаток этого номера, что кроме той розетки, больше я особо здесь розеток не нашел. Это, конечно, очень большой минус лично для меня. Ладно, дальше. Вот у нас дверь. Она такая вот раздвижная. Состоит из двух частей. Я не знаю, тут тоже, да, вот она. Только ручка, ага. Получается, с этой стороны ручка. И с той стороны двери тоже есть ручка. Вот она. Тут мы имеем две кровати. Вот, односпальные для деток. Значит, окон в номере, кроме балкона, нет. Вот у нас балкон. Вернее, не балкон, а терраса. Сейчас я вам ее покажу. Так, вот она закрывается. Смотрите, ну, естественно, вот если красным это закрыто, опускаем вниз, зеленым это открыто. И открываем. Выходим на террасу. На террасе у нас 4 стула, столик, пепельница и вешалка для сушки одежды. Вид из террасы, друзья, на территорию. Справа есть бассейн. В принципе, днем музыку с территории отеля слышно, но не сильно. Если дверь балкона закрыта, то, в принципе, даже, ну, в номер вообще не слышно. Только с открытой дверью на балкон можно услышать музыку с территории. То есть номер вполне тихий. Посмотрим, как у нас там с соседями будет, потому что по-разному бывает. Но с левой стороны, вот сейчас, то есть тем номером, с которым у нас есть коннект, то есть там я видел две женщины, я думаю, они не будут себя громко вести. Ну, друг другу мы мешать не будем. Туда мы не можем зайти, потому что, смотрите, значит, тут, ну, в принципе, есть вот такая вот защелка. Ее, конечно, можно открыть, но никто ее открывать не будет. Вот. Да, эту дверь мы можем открыть, но дело в том, что с той стороны, ну, ее не могут открыть, ручки нет, вот, видно вам? Ну, соответственно, и мы не можем ту дверь открыть. И последнее, что вам показываю, друзья, это пульт от кондиционера. Вот мы его включаем. Вот он включился. Кондиционер мы проверили уже, хорошо холодит. Посторонних запахов нет. Ну и можем регулировать температуру. И самое главное, друзья, что когда мы уходили, вот, я оставил кондиционер включенным. Но карточку мы сюда не вставляли, и он работал. В общем, друзья, смотрите, вот такой вот номер. Я еще раз говорю вам, что, скорее всего, номер это не стандарт, а family, потому что в стандартах обычно идет одна большая кровать, либо две односпальных, плюс еще одна кровать односпальная.
мы приехали сюда, и нам дали просто такой номер. Мы ничего не говорили, чтобы нам давали номер, где будет еще две дополнительных кровати. Это я считаю плюсом, хотя сам номер, он, ну, я не скажу, что он реновирован, потому что те номера стандарты, из того, что я видел в прошлом году, по-моему, они все реновированы. Но опять-таки, лично для меня это вообще не существенно, потому что все-таки это гораздо удобнее, чем спать с ребенком на одной кровати. Вот. Ну, имеется в виду два взрослых на одной кровати с ребенком и один еще ребенок на отдельной кровати. В общем, друзья, вот такой вот номер. Пишите в комментариях под этим видео ваши вопросы, если вам что-то непонятно. Ну, либо ваше мнение по поводу этого номера. Подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. До новых встреч, друзья. Пока-пока.